Пьяный водитель сбил женщину с коляской в Горном Щите. Авария произошла на улице Буденного. Грузовик Renault вылетел на встречку, где чуть не столкнулся с пассажирским автобусом. В последний момент водитель успел отвернуть, но выскочил на тротуар, где тут же сбил трех пешеходов, в том числе женщину с коляской. Маму с годовалым ребенком в тяжелом состоянии доставили в больницу. Еще одна женщина-пешеход погибла на месте аварии. Полицейские установили, за руль мужчина сел нетрезвым.